Многократные предупреждения об опасности купания в необорудованных местах не приносят желаемого результата. Уже второй день спасатели ищут утонувшего в лососинке в районе стадиона «Спартак» 17-летнего юношу. Для поисков пришлось обратиться в мэрию, чтобы спустить в воду, однако они пока результатов до сих пор не дали. Вчера же утонули на реке 40-летние братья К. И эта печальная статистика день ото дня множится. Спасатели вновь обращаются к отдыхающим с просьбой быть внимательными на воде, особенно в незнакомых местах. И потом он пошел ко дну. Мы закричали, подошли, мужчины подскочили туда. Но вот именно вот там.